мифологи 20 века показали, что мифологическое мышление не остается где-то на ранних стадиях истории человечества, а вместе с человечеством двигается дальше, и мифы возникают в нашей жизни постоянно. И вот я хочу для иллюстрации этой мысли показать, как источником мифа может стать такой простой процесс, простая операция, как дублирующее заимствование иностранного имени или иностранного термина. Дублирующим обычно рассматривается тот случай, можно следующий. Обычно рассматривается тот случай, когда заимствованный термин обозначает не безэквивалентное явление. Но довольно часто люди по разным причинам заимствуют термин или имя, или термин для того явления, для которого у них уже есть свое укорененное имя, укорененный термин. Вот эта ситуация изображена здесь. Можно следующее. Сначала имя из одного языка переходит. Что в этом случае происходит? Это немножко ненормальное явление. И язык стремится разрешить эту амонимию. Типовое разрешение такое. Либо иностранный заимствованный термин вытесняет укорененный термин. Так у нас сейчас на наших глазах произошло с силой землетрясения. Мы всегда говорили «сила землетрясения». Теперь по радио говорят только магнитуда землетрясения, о том, что было слово «сила», все забыли. Либо функциональное размежевание, как происходит сейчас в телевизионной рекламе со словом «диарея», который имеет обиходные эквиваленты и даже не очень пристойные эквиваленты, но при этом употребляется только в своей сфере, а обиходный эквивалент остается там, где он был. Но сплошь да рядом приводит к неразрешенной амонимии, то есть неразрешенной синонимии, простите, когда два дублета обозначают одно и то же явление, и в этом случае порождается, вот в серединке у меня помечено, начинается процесс сомнений и поисков. А что, собственно, означает заимствованный дублет? И, как правило, этот процесс кончается тем, что по-окому надо было бы назвать удвоением сущности, когда явление, обозначенное заимствованным именем, начинает восприниматься как другое, чем-то отличающееся от того явления, которое обозначается именем исконным, укорененным. В этом случае вот сначала я рассмотрю бытовые примеры, с которыми я столкнулся и которыми сталкиваются, наверное, все. Имя Бисконти, слово Бисконти, заимствованное из итальянского языка, которое, согласно итальянско-русскому учебному словарю, обозначает печенье. Но вот та этикетка, которая показана слева на левой картинке, там довольно крупно написано «Бисконти, кофе с молоком», и довольно мелко написано «Бисконти, сдобное печенье», так что этого почти не видно. Поэтому тот, кто сталкивается впервые с левой этикеткой, видит перед собой печенье, каждый человек имеет представление о печенье, но написано, но преподносится ему это не как печенье, а как некое «Бисконти». Потом, если человек часто посещает соответствующую точку питания, то встречается, например, правая этикетка, упаковка, а можно следующее, еще несколько упаковок, оказывается, это сейчас распространенное явление, и там уже крупно написано будет «Бисконти» на одной «сдобное печенье», на другой «Бисконти» «масляное печенье». Можно было бы предположить, что «Бисконти» – это собственное имя какой-то разновидности печенья. Но сама множественность препятствует тому, чтобы считать это собственным именем,
потому что оказывается, что бисконти может быть и сдобным, и масляным, и еще многими-многими разновидностями печенья. Тогда получается, что бисконти – это все-таки нарицательное обозначение, нарицательное. И начиная думать, а чем это, почему некоторые марки печенья получают обозначение бисконти, а другие нет, возникает, естественно, некоторое представление о том, что, наверное, это какое-то особое печенье. Ну, самое простое предположение, что раз слово итальянское, то это печенье по итальянским рецептам или согласно итальянской традиции. Но так или иначе, вот это второе явление, немножко отличное просто от печенья, начинает существовать. Еще более явно и более спорно это в следующем случае, когда у нас уже не итальянское, а немецкое заимствование с брецель с солью, который у меня обозначен, в киоске, снесенном уже по манию Собянина. Я как-то увидел пакет с кренделями и сказал, дайте мне кренделя, крендельки. А продавщица мне ответила, это не крендельки, это брецель. Я спросил, а что такое брецель? Мне было отвечено, не знаю, но это не крендельки. А как выяснилось, следующее, брецели теперь много, тоже не меньше, чем бисконти. И вот Википедия дает такую справку, что брецель – это просто крендель, ну, в некоторой области Германии, преимущественно в Австрии. Но ничего больше мы не знаем. При этом крендель выпускается, брецель выпускается фабрикой с названием Яшкино. А, соответственно, предположить, что это имеет какое-то отношение к Баварии, уже довольно трудно. Получается, что брецель – это абсолютный дублет кренделей, потому что они ничем не отличаются. Но таинственная сила, которая заставляет их называть брецелями, остается не манифестированной. И тем более вот как такая мифологическая сущность, почему-то это брецели, чем-то они должны отличаться. Потому что кренделями их называть не хотят. Вот теперь итог этой бытовой части моего доклада. А следствия такие. Во-первых, каждый, распространение каждого заимствованного имени порождает особый этап сомнений, раздумий и поисков, а что бы это заимствованное имя могло означать. А в результате двоится сознание, и мы начинаем постулировать наличие особого явления, которое не совпадает с тем явлением, которое обозначается исконным термином, в данном случае печенье или крендель. А если это же проецируется в терминологии, то возникает еще третье следствие. Но заимствованный термин вторгается в сложившуюся термино-систему и порождает в ней новые, иногда шумовые отношения и тащит за собой хвост из той термино-системы, которой он принадлежит в языке. В конце концов, в какую систему входит слово «брецель» и слово «крендель» нам, потребителям, не очень важно. Хотя хлебопекам, наверное, важно. А когда это научный термин, то вот эти этапы сомнения и удвоения сущностей, они оказываются гораздо более опасными и чреватыми дальнейшими последствиями. И вот это я сейчас рассмотрю на тех двух терминах, которые лингвистических и не только лингвистических, которые входят в заглавие моего доклада. Первый будет без иллюстрации, концепт, я про него скажу только на словах. Значит, концепт – это точный эквивалент русского понятия, или наоборот, русское понятие – это точный эквивалент английского concept. Но с некоторых пор, наряду со словом «понятие», которое было укорененным в русской термино-системе, возникло слово «концепт», которое просто
транскрибируется и является дублетом того термина, и сразу за ним пополз хвост. А что такое концепт? Работы об этом множественны. И выясняется, что концептов много разных. Скажем, в работах Елены Самойловны Кубриковой было сказано, что есть концепты, выражаемые словом, есть концепты, выражаемые словосочетанием, а есть вообще концепты бессловесные, например, чисто зрительные. Ёлку от сосны мы отличаем по зрительному представлению. Сразу выясняется, что это слово «концепт» вторгается в ту сложившуюся термино-систему, которая у нас была, понятие, значение и представление. И, скажем, последнее значение слова «концепт» гораздо ближе к русскому представлению, чем к русскому понятию. А, скажем, вопрос о соотношении понятия и значения сразу усложняется. Если мы знаем, что есть слова, у которых значение почти исчерпывается понятием, а есть такие, у которых значение гораздо богаче, то теперь в работе Юрия Сергеевича Степанова мы читаем, что концепт несравненно включает много компонентов, не входящих в значение. То есть соотношение оказывается последним. Путаница достаточно полная, и, соответственно, беря работу, в заглавии которой есть слово «концепт», вы довольно плохо представляете, чему будет посвящена эта работа. И будет ли в ней вообще научное содержание? Или это будет вот такая неопределенная, размытая сущность, которую, ну, собственно говоря, научно признать трудно. И некоторая мифологема концепта, которая в современной лингвистике и когнитивных науках распространена крайне широко. Вот это коротко о концепте. А теперь более документированно о слове «дискурс», который... распространено не меньше, чем концепт, и даже больше. И сразу мы получаем со словом «дискурс» у нас документирован этап бесконечных размышлений. Вот в русский язык пришло слово «дискурс», но я французский вариант беру, ударение. А что оно, собственно, значит? Вот в цитате из Бориса Михайловича Парамонова, выступавшего на радио «Свобода», во-первых, есть ссылка на этот этап размышлений. Он ссылается на Александра Жалковского, который якобы 5 лет думал о том, что такое дискурс. То есть 5 лет потребовало выдающемуся лингвисту для того, чтобы хоть какой-то смысл придать этому понятию. И тут же Парамонов, который не лингвист, а критик, говорит, что дискурс – это на самом деле смысловой горизонт культуры. То есть все лингвистические ассоциации, а, собственно, дискурс – это дублет русского слова «речь». И до 1983 года никто в переводах не употреблял слово «дискурс», а только речь и его производные. А оказывается, что у Парамонова лингвистические ассоциации теряются полностью, а вот некий смысловой горизонт культуры, ну, что такое, что это такое, предоставляю желающим подумать, что такое смысловой горизонт культуры. И какая наука должна его изучать. Теперь, а что происходит с терминосистемой? Вот тут сфотографирован титул и страница замечательной книжки Елены Викторовны Падычевой. Глава, очень содержательная, очень интересная книжка. Там дискурс пришел от Бенвениста, и он достаточно лингвистически осмыслен. Но ответить на вопрос, почему одна разновидность называется не собственно прямая речь, а другая разновидность называется свободный косвенный дискурс, совершенно невозможно. Но здесь, допустим, это терминологическое мерцание. Но когда мы имеем дело с воспроизведением каких-то западных работ о дискурсе, то тут дело оказывается гораздо более чреватым. И, скажем, следом за Фуко мы привыкли говорить о видах дискурса по родам деятельности, и мы берем, например, научный дискурс. Но попробуйте объяснить, как научный дискурс соотносится с теми 4 эквивалентами, которые показаны на схеме, которые привычны нам для исследования – научный язык, стиль, научная речь и речь ученых. Чему из этого соответствует научный дискурс, или это некоторое промежуточное или вообще размытое образование,
которому еще надо искать интерпретацию. Значит, это проблема для русских ученых, но вот проблема для переводчиков. А смотрите, здесь сфотографировано нашего сегодняшнего героя предыдущее русское издание «Структурная семантика». Мы открываем главу, которая по-русски называется «Дискурс и речь». По-французски это совершенно невозможное сочетание, потому что там нет единого термина «речь». А есть два слова – «пароль» и «дискурс». И таким образом у Гримаса идет разговор о соотношении двух разновидностей речи, а у нас идет речь о дискурсе, который вообще непонятно, что он, речь или разновидность речи. То есть он вторгается в русскую систему язык, речь, текст и приносит туда совершенно новый оттенок, который мы должны теперь осмыслять. А что такое дискурс по отношению к речи? И, собственно, перевод, русский перевод Греймаса оказывается немножко предательским, потому что, скажем, во всей книжке говорится только дискурс, и, скажем, открытие Греймаса «Изотопия» привязывается к дискурсу. Тогда, когда Греймас открыл, вообще говоря, «Изотопию речи», и следующий параграф называется «Изотопия сообщения». А сообщение – это речевое произведение. Так что, что открыл Греймас, по-русски представляется достаточно неточным. И нам еще надо сопоставлять с оригиналом для того, чтобы понять, что это такое. И теперь начинается дальше вот это размытое представление о дискурсе, который не совсем понятно, что такое, начинает мифологизироваться уже в собственном смысле, потому что дискурс вдруг получает свойства одушевленного существа. Вот цитата из Глеба Морева. Агрессивный советский дискурс вдруг начинает пускать в ход защитные механизмы, чего, вообще говоря, у речи и речевой деятельности не предполагается. А получается, что те свойства у дискурса, которые делают его действующим лицом, действующим существом. И это достаточно неожиданно, достаточно опасно и немножко меняет картину того, что мы, собственно, исследуем. А дальше это научная мифологизация, потому что мы вроде бы с полным правом говорим о том, что это действующее лицо дискурс. А когда слово «дискурс», как произошло у нас, переходит в обиход и в публицистику страстную, то эта мифологизация закрепляется и получается вторичный, как уже процесс, гораздо более широкий. Юлия Латынина, которая в одной из своих передач сказала, что она обладает особой чуткостью к дискурсу, просто начинает говорить о том, что делает праволиберальный дискурс, или дискурс, она говорит дискурс, и получается, что это праволиберальный дискурс вообще действующее лицо нашей современной истории. И такое страшное, которое влияет на правительство, на умы людей. И вообще получается, что от него надо прятаться как от биологического оружия, от этого праволиберального дискурса. Вот к чему приходит. То есть налицо уже совершенно явная мифологема. И в общем, боюсь, что если мы говорим о исследовании дискурса как чего-то, что является точным объектом научного исследования, то нам часто придется испытать серьезные разочарования. Итак, по моим примерным подсчетам, 70% научных работ, в заглавии которых стоит слово «дискурс» на русском языке, просто никакого отношения к научному исследованию не имеет, потому что их предмет абсолютно неопределен.
Вот как мифологизация возникает из вполне невинной вещи. Ну, взяли и заимствовали слово, которого, вообще говоря, могли не заимствовать. Вот, наверное, все, что я хотел рассказать там. Очень спасибо вам за очень интересный доклад. Начиная от, ну я уже не помню, как по-итальянски это бискотти. От бискотти, там немецкое слово. Но насчет дискурса. Это очень серьезное замечание, особенно о персонификации этого термина, как он становится живым существом. Вы цитируете структурную семантику Греймаса, но потом Греймас возвращался к объяснению, определению этого термина в своем словаре, в словаре семантических терминов. Я там с памяти, боюсь, точно не произведу эту цитату, но он говорит, что дискурс – это процесс, предполагающий систему. И он сравнивает этот термин с термином вторичных моделирующих систем. А если возвратиться к этимологии, так дискурир по-французски – это бегать туда и сюда, так и на. Вот это тоже уже термин одушевленный. И так вот все эти значения таятся в этом слове. Я не могу судить, как это, что это произошло в русском употреблении. Но вот этот контекст, особенно словарь Греймаса, можно привести сюда тоже. Спасибо. Очень существенное отличие французского оригинала и русского перевода состоит в том, что во французском языке дискурс является словом литературного языка, укорененным в нем, по крайней мере, 17 века. И это явление, которое понятно просто носителю языка. А в русском, так же, как в русском, было бы понятно речь. Речь тоже процесс. А в русском языке оказывается, что Греймас получил некоторые результаты, имеющие значение для какого-то нового частного явления, а не для речи вообще. Между тем, как его результаты применимы именно к речи вообще. И вот в этом смысле оказывается, что в русском языке это центральное слово носит какой-то техническо-терминологический характер, не будучи связанным с нашим литературным языком обиходным. Потому что у нас это в литературном языке не прижилось. Хотя было, но не прижилось. Поэтому оказывается восприятие, разные оказываются перспективы восприятия результатов Греймаса. Наверное, немножко здесь повлияло влияние производных слов с дискурсом. То есть дискурсивные частицы, например, или дискурсивные слова, конечно, трудно заменить на речевые слова. И с этой точки зрения, вот, наверное, какая-то часть приживется в языке. Но то, что вы сказали, вызывает в памяти вчерашний доклад о несовершенстве, и в том числе несовершенство перевода, когда переводчик просто не считает нужным подбирать нужное слово в родном языке, а переносит и чаще латинизирует, иногда берет просто в том виде, в котором это встречается в современном научном тексте, какой-то термин, и дальше этот термин входит в язык. Ужас заключается в том, что следующий этап будет такой, что мы будем изучать, что такое дискурс или дискурс в русском языке, и будем это исследование делать на основе корпуса русского языка, например, национального корпуса русского языка, без учета определений и без соотношения вот с другими слоями. Мы уже этого добились в полном объеме с концептами.
То есть каждая, в данный момент, я думаю, что 8 десятых защищаемых диссертаций связаны с концептами. То, что это выродилось в полную бессмыслицу, проиллюстрируя одним примером, мне была предложена статья под названием «Концепт денег в журнале «Свисток». Спрашиваю автора, почему нет семишника и гривенника. Не встретилась в «Свистке», поэтому нет. То есть вот такого рода вещи, они важны не только с точки зрения научной, но это действительно мифы, не только среди которых мы живем, но это мифы, которые нас удушают. Вы очень хорошо подчеркнули вот социальный аспект этих мифологических операций. Но кроме того, вы мне еще дали дополнительный пример, потому что слово «дискурсивный» как раз пример того, как после появления дискурса изменилось его значение. Если раньше оно было только в философии как противоположность интуитивному, то теперь оно возникло в лингвистике как речевой, и система опять оказалась перестроенной и нарушенной. Так что спасибо большое за эти примеры. В польском языке в течение очень долгого времени вот этот самый крендель, который Брецен, назывался мирным словом обважанки. Обважанки краковские, которые продавались везде, на каждом углу, и это вот был такой один из краковских символов. Сейчас я это заметила впервые лет, может быть, 6 назад, наряду с обважанка появляется слово «прецл». И когда я спросила, почему необходимо второе понятие, я спросила у филологов, носителей польского языка, они объяснили, что второе понятие носит маркирующий характер, поскольку оно отсылает к памяти о том, в чьей культуре, в чьей традиции этот прецл изначально в Кракове присутствовал, и кто именно их продавал. Это как бы такое себе напоминание о том, что это была часть культуры еврейского сегмента Польши. Вот, и поэтому эти понятия существуют абсолютно равнозначно. Одно как принятое гастрономическое, а второе как коммеративно такое маркирующее. Замечательный пример. По-русски брецель и крендель, наверное, одинаковы ассоциациями.